Здоровый образ жизни. Сейчас мы поговорим о том, как влияет бег на наше здоровье. Бег – это уникальное занятие, несравнимое ни с чем. Чем же полезен бег, возникает вопрос. Бег очень положительно влияет на все системы в организме. Опорно-двигательную, эндокринную, сердечно-сосудистую и другие. Бег подходит для мужчин и женщин, пожилых и молодых. Благодаря доступности пробежки на свежем воздухе распространены по всему миру. Двигательная активность в виде бега положительно сказывается на здоровье человека. Во время бега работа сердца учащается. Это существенно улучшает движение крови в организме, очищает мелкие сосуды, облегчает доступ свежей крови ко всем органам. Ускорение кровообращения, конечно же, повышает уровень обмена веществ организма и способствует его очищению. Во время занятий нужно следить за правильным дыханием. Оно должно быть не слишком частым. Вдыхать следует носом, выдыхать через рот. Бег полезен для пищеварительной системы. Поэтому во время тренировок происходит стимулирование работы кишечника. Он полностью восстанавливается от всех недугов. Постоянные занятия бегом приносят пользу желудку и поджелудочной железе. Влияют активные движения на желчный пузырь, прекращают все застойные процессы. Он очищается, что является основной частью общего обновления организма. В желчном пузыре могут накапливаться камни, но только не у тех, кто занимается бегом. Без применения искусственных средств сама по себе начинает налаживаться работа печени. Увеличенное поступление кислорода в организм во время бега способствует восстановлению тканей печени, удалению ненужной желчи, скопившейся во время ведения нездорового образа жизни. У человека, ведущего малоподвижный образ жизни, закупориваются капилляры. Новая кровь перестает поступать к суставам, и они атрофируются. Разминка и растяжка, которую человек получает при беге, не только устраняет застойные явления, но дает толчок организму для роста новых клеток и тканей. Вертикальные нагрузки оказывают хорошее влияние на позвоночник. Позвонки становятся более подвижными, получают полезные элементы, и со временем позвоночник становится надежной, здоровой и крепкой опорой всего организма. Бег – это самый сказочный источник молодости. Людей, которые регулярно выходят на пробежки, отличает стойкость и упорство. Ведь не каждый будет активно двигаться на улице, когда там бушует непогода. Такие люди легко преодолевают лень, неуверенность и боязнь чего-либо. Они готовы взяться за любое дело, даже самое сложное дело. Ученые доказали, что бег делает человека уравновешенным и общительным. Но самое удивительное, что благодаря нему в организме вырабатывается гормон удовольствия – эндорфин. Поэтому бегуны реже поддаются унынию, стрессам и депрессиям. Бег действует на сознание человека, пропадают комплексы, появляется позитивный взгляд на вещи и умиротворенность. Тело становится подтянутым и стройным. Польза бега неоспорима. Он сказывается на всех системах человеческого организма и приносит моральное удовлетворение.